Артем Белоусов телефон горячей службы «Отлова собак» знает наизусть. Увидеть спецмашину в своем дворе мечтает вот уже несколько дней. А почему тогда ни одна собака не была отловлена? Ни одна, все собаки как бы вот на месте, они присутствуют. Вы что, их помечаете, что ли? Откуда вы можете знать, что ни одна не отловлена? Так я живу здесь. И что? Мужчина не обращал бы на зубастых животных внимания, если бы на днях свора псов не накинулась на его сына. И таких, как Артем, не счесть. Каждый день в травмпункт приходят десятки пострадавших от укусов. За год чуть больше 2000. Мы провели, значит, анализ, статистику. Лидируют пока что у нас Октябрьский район. То есть за текущий год, если так смотреть, конкретная цифра составляет 691 случай. Именно вот с Октябрьского района. Андрей Сухоруков, возмущенный работой «Перспектива авто», высказал свои претензии на планерном совещании в администрации города. Хочу сказать, что жалобы на наличие бездомных животных на улице города как были, так и есть. Вот. Как будто ничего и не делалось. То есть, по факту, можно сказать, сколько они наловили, не знаю, но тем не менее, как собаки были, так они остались. Главу Октябрьского района поддержали и другие чиновники и пообещали взять под личный контроль собачий вопрос. Ольга Войлошникова, Евгений Жанцуев. Новости дня.